Champion. Дамы и господа, боец в синем углу, ему 26 лет. Рост 179 сантиметров. Мастер спорта по муай-тай. Трехкратный чемпион Кыргызстана по тайскому боксу. Чемпион Кыргызстана по бирманскому боксу. Чемпион России по K1 среди любителей. В настоящее время является первым номером Республики Кыргызстан по тайскому боксу. Ladies and gentlemen, please welcome a fighter from Bishkek, representing Sparta team. Встречайте бойца из Бишкека, представляющего команду Спарта, Кыргызстан, Жакшылык, Буаков, Ирисбек, Улу. And now let me introduce to you his opponent, standing across the ring in the red corner. А сейчас представляю вам его оппонента, стоящего в красном углу. He's 30 years old. He's 180 centimeters tall. He's the master of sports in Muay Thai in Kazakhstan Republic. He's the Kazakhstan champion in K1. Бойцу 30 лет. Рост 180 сантиметров. Он является мастером спорта Республики Казахстан по Muay Thai. Чемпионом Казахстана по K1. Представляет Шымкент команду Смит Казыгерт. Встречайте! Please welcome Айдос Айнабеков! Final instructions from the referee. Финальная инструкция от рефери. Поприветствуйте другого. Бойцы, вы профессионалы. Покажите нам качественный, красивый бой. По углам. Слушай мою команду. По углам. Дамы и господа, нас ждут 5 раундов по 3 минуты. Ladies and gentlemen, we have 5 3-minute rounds. Спортсмены готовы. Первый раунд. First round. Спокойно, спокойно. Давай, хорошо. Хорошо. Отпал, отпал. 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 Отпал.
first round. Конец первого раунда. Напоминаю, что формула боя 5 раундов по 3 минуты. Второй раунд. Second round. Поддержите бойцов! Let's go.
куда-то покинуть ринг. Силу отказа синего угла от продолжения поединка победу одержал боец красного угла Айдос Айнабеков!